В нашем хозяйстве продолжается заготовка кормов. Сегодня приступили к прессованию люцерны. Погода нам позволяет это делать, солнечная, ясная погода, без дождей. Так что все у нас идет в плановом режиме. Думаю, что в срок все закончим, заготовим необходимое количество кормов для нашего скота. Заготовка кормов у нас сейчас идет полным ходом. На данный момент заготовлено, скошено 29 031 гектар многолетних трав. Ну и заготовлено 28 315 тонн сенажа, что 30% от плана составляет. Будем надеяться, что корма заготовим качественно и в срок.